Какие щечки у Димы, батюшки? А щечки-то у Димы прямо свисают. Всем привет, с вами канал Артмания. Да, и у нас раннее утро, 8 утра. Идем мы вот тут такие. А здесь такой маленький скверик, лавочки. Ну, туда подходить мы не стали, потому что стройка еще идет. Еще дома, по-моему, сданы. Такие красивые дома. Вот, ходила сдавать анализы. Ранним утром, в 7 утра сегодня встали. И пошли. Какое утро. Здание, кстати, вот это достроило, свет горит. Оно строилось года 3-4-5. Красивое такое. На нем прям закат. Это не закат, а восход. Вот. И идем дальше сейчас. Давай. Да, давай, давай, да. Давай, Дима, давай. Дима разболтался, петь начал, да? Где Дима был? Петь. В поликлинике маминой был? Петь. В маминой поликлинике, да. Там все боролись за Диму, да? Боролись за Диму все. Мама приходила, Диму там смотрели, да, Дима? Сердечко слушали у Димы. Как там Дима поживает? Да, малыш? Так, это классно, кстати, на улице. Но шумно что-то тут прям. Крымская сквер, Крымская площадь. Мы с вами были недавно там. Лавочки все вынесли. Фонтан, конечно же, не работает. Дорогу починили здесь. Там закат такой. Красивый. А что ты убрал шарфик? Ай, щечки красные у малыша. Мы идем сейчас в МФЦ, чтобы записать номер телефона для садика и почту мою. Если хоть не дозвоняться, чтобы на почту прислали. У нас уже немножко сейчас приходить время к садику. Один садик, который мы не очень хотели. Мы уже 104-й на очереди. Наверное, уже Дима, может быть, не знаю, когда пойдет. Да? Уже, может быть, в мае. К горшку приучишься. Привыкнешь к горшку, Дима? Чего, ты сонный? Ты сонный гномик сегодня? Да, ты сонный гномик, мама разбудила в 7 утра, ну, с мелочью. Ой, зевай, зевай, зева-позева, ой-ой-ой. Да. Да. Да, сейчас пойдем, сейчас. Время еще 44 минуты, все никак. Осталось всего чуть-чуть, и все никак. Вроде шли не спеша. Но никогда идти не может. Там, кстати, уже очередь. Ой, не очередь, а пробка собирается. Там у нас парк. Поменяли нам домофон. Посмотрите, какой он красивый. Вернее, трубку домофона. Наша сломалась вдруг неожиданно. Вот, 900 рублей стоила. Кстати, довольно такая себе прилично тяжелая. И здесь есть сбоку это выключить, убавить и прибавить. Да? Ну, а Дима, конечно, ему подарок. Чё ж, подарок? Да, тебе подарок подарили? Трубку? У тебя теперь телефон есть, да? Телефон теперь есть. Ну, Дима, конечно, не смог тут спокойно стоять. Кубики свои принес, пока тут дядя ремонтировал. Алло. Алло, играйся. Думала, выкину. Пока провожала
мастера. Он же утащил, с ней сидит, уже играет. Там, кстати, ее болтики нужно было закрутить. Дай покажу. Болтик. Болтики, да. Ее же разобрали. Болтик. Она была разобранная. И вот тут вот два болтика. И мужчина забрал с собой, видимо, эти болтики. Да, они их, видимо, забирают. А без них она не держится. Я забрала, вот здесь было два болтика каких-то непонятных. Но они все равно не нужны. Отсюда я забрала два болтика. И они прекрасно подошли вот сюда вот. Теперь она вот держится. Ну, немножко она неровная. Тут вот у меня. А тут что какой-то? Тут год написан. 2004 год, аж офигеть. Она такая старая. Здесь она вон даже треснула, вон потрескалась уже. Да? Ну, долго работала. Да? Долго. 4-й год. А сейчас 19-й. Ой-ой, сколько. Больше 10 лет. Дай бог, чтоб это... Да, и надо Диме тут циферблат какой-то нарисовать. Что-то там налепить. Налепить, скорее всего. Да, и Дима играет. У Димы новая игрушка появилась. Да, сейчас Дима спать скоро ляжет. Да, мы сейчас с тобой уже пойдем кушать. Я его помою. А то он пыльный весь, грязный. Не дал он мне его помыть.